Давай, давай, купайся. Все, приехали мы, друзья, на рыбалочку. Всем привет. Решили мы под конец сезона поехать наконец-таки с нашей большой палаткой. Будем ночевать в палатке. Лагерь поставили. Мы на озере Волчьи Ворота. Название нашей палаточки вот. Квенчуа Декатлоновская. Спальню еще не расстилали. Блин, все говорят, уже ночи холодные. Но мы взяли с собой спальники, теплые вещи. Давай, купайся! Холодная? Холодная сильно. Ну, не сильно, но холодная. Не очень приятно. Еще и ветер. Ой, дуреет. Так, в общем, надо делать кашу, собирать удочки. Начать активный отдых и ловли. Бережок такой вот у нас, чистенький. Чемодан это наш. Взяли старый, для мусора будем складывать. После Астрахани купили мы еще одну такую же рыболовку. Сейчас пойдем забрасывать. Ставим раколовки. Одну поставили уже справа камышиков. И сейчас одну ставим влево за камыш. Тут вообще мелко. Метров 50 и то по пояс. Ну, рачки есть. Мы тут сейчас покажу. Нашли огромного рака, но дохлого. Таз камышек. Сейчас клешни покажу размерчик. Вот, смотрите, какой был огромный. Ни у кого не клюет, ничего не клюет. Приехали мы и должны поймать что-нибудь по-любому. Нам в этом году везет пока. Ну что, прям на жмых заклевало. Клубничный, кстати, опять. Да, клубничный. Блин, да только закинул. Только мы вот три закинули и сели. Удивительно, что нажму их сразу. Нету. Ну, клевало знатно. Да. Я прям удивлен. Ну, уже хорошо. Зацени-ка я подставочку сварил. Смотрите, видите, сварил себе подставку. Красиво. Только забыл для нее удочку в гараже. Вот это больше всего я расстроен. Которая в Астрахани так на нее было удобно ловить, а я забыл. Тебя заклюет. Меня клюет? У Лизы поклевочка. Сорвалось. Я прям слышала, что оно тянулось и хоп, и все. Червя съела. Червя, да, она червя клевала. Ну-с, сейчас будем делать по-другому. Ребята, я не знаю, что они на лодке делают. Они проезжают, и рыба выпрыгивает. Смотрите. Сейчас, да, может быть, приближе видно будет. Приближаю. И рыба прям свечкой выпрыгивает.
Блин. Вон, вон, видели? Смотрите. Они ее гоняют, наверное, как-то специально. Думаю, что они кружатся? Тихо. А так не работает. Стоять не работает? Ну я пошел. Соберу. Неси игрушку. Перегонки у рыбаков. Неси. Неси игрушку мне. Неси. Как ты думаешь, соскучилась ты по палатке? Я думаю, что да. Ну, в ней круто. Смотрите, как дома. 5 квадратных метров. У нас здесь получается территория, как в шатре. Ну да. Только потолок низкий. И там вообще еще такой же бункер. Романтика. Ну, ставить, конечно, вот это. В машине как-то раз, два, три расстелил и бомбанулся. А тут надо чуть повозиться. Ну, свой прикол, конечно, в палатке. Нас тут напугали, сказали, очень холодно ночью. Но он там спал под одним одеялом, даже спальника у него не было. У меня вот такие вот теперь кроксы. Я у папы отжал, он их не носит. Для природы вообще топчик. А у меня вот такие. Мне Витька дал погонять. С возвратом, сказал. Так, ну поклевки были. Это радует. Но мы больше приехали отдохнуть. Мы после Астрахани никак не можем спокойно посидеть на природе. Просто вот, чтоб не клевало. Да, просто закидывать. Вот мы сели на воду, смотрели и все. На завтра дождь обещают на весь день. Мы вообще не переживаем, мы только рады будем в палатке сидеть да смотреть на воду. У кого там такой аппетит? У Босеньки. Он что же второй раз кушает. Расстилаем нашу спальню. Мы постелили. Шикарно. Можно вот так смотреть. И вот так, и вот так. И вот так. Постелили каремат. Здесь у нас матрас поролоновый, не знаю, сантиметра 3, наверное, 4. Собачий угол. Носочки теплые. Короче, надо большую машину покупать, чтобы такая спальня была, да? Автодом. Витя что-то съела, когда мы расстилались. Говорит, сидит. Да, сидит прям что-то. Прям фрикцион. Фрикцион даже срабатывает. Глянь, там даже ведет. Карасяндра. Во. Во. Не клюет. С почином. На червя. Карасик хороший. Круто. Да. Нормально. Нажарочек. Он так дернул. Тех. И я чах побежал. Ютуб Виктор Фисенко. Не забываем подписываться. Светленький такой, красивый. Это меня солнышко озаряет. Лески нам уже на удочках пора менять, они уже вот так вот все путаются. Все, меня можно поздравить с первой рыбой. Лиза сейчас будет забрасывать, она прям решила, я тоже что-то сейчас серьезное поймаю.
Я рыбак номер один. Ты чё, как ты меня опередил? Сейчас посмотрим. Поймала. Я просто в Астрахани много поймала. Поэтому думала, чё, Витька бедный без рыбы, пускай ловит без проблем. У Лизы тактика рыбу глушить. Я не поймала, у меня почему-то вверх, блин, летит, а не вниз. А не вниз. Ого! Чего? С пробуксовкой. Так это моя удочка, что ты бежишь? Вот ты сидишь. Это что-то шальное какое-то был. Глядя этих, замерли охотники. Таксу ему все равно, он, у него своя охота. Это Бося. Акс на жмяков охотится. Давай, давай. Прям вообще ослабила. Так она упала и опять натянула. О! Не о! Спеши, не спеши. Смотри, как дергает. Видел? Да, она. Фрикцион кто-то, нормально? Кто-то ведет. Вон он. Карасяндра? Не знаю. Но я думаю, не больше карася. А прикинь, сазан. Смотри, как... Ну тяни, сейчас уплывет рыба. Тяну, фрикцион сработал. Ты зацепилась, нет? Нет, сидит. Камыш какой-то еще поймала, палку. А рыба где? Ну вот, когда ты куст зацепила, она сорвалась. Надо было сильнее, быстрее чуть протянуть. Не, ну это четкая поклевка была, она, да. Она прям, она ударила, резко в воду упала. И он повел, он там где-то вот сорвался, вот где, наверное, цепанулась. Когда я фрикцион начала затягивать, да, он сошел. Да, чуть. Ну, тем не менее, рыба тут есть. Да, мы знаем, что она есть. Было интересно. Со стула вот. С кресла подрываться только, блин, вообще лень. Вот видишь, я прям, да. Ну вот она вот тут, да, ты цепанула, и она сорвалась. Так, одна из наших новиночек, это взяли мы вот такую 3-в-1 фурмигатор, называется. Это никакая не реклама, это мы взяли в машину и в палатку убивать надоедливых комаров, всяких мошек. В общем, такая-то штучка. 3-в-1, значит, здесь свет у нас, 3 положения. Это фумигатор, там внутри спиралька, туда мошка на этот свет летит или комар, ее током херячит жестко. И третий режим, это для стандартных пластинок, вот сюда они вставляются, и она греется, и вот этот запах выделяет невкусный, и они улетают. Ну, по инструкции использовать только в темное время суток. Что у нас тут? Кабель USB, щеточка и сами пластины. О, еще что-то выпало. А, карабин вот еще идет в комплекте. Взяли мы ее после Астрахани.
В последнюю ночь так хотелось спать, и вот этот мелкий комар залетел. Так жужжал над ухом, это просто ужас, не давал спать. Налетели они в машину. Будем, в общем, тестировать, как это работает. Ну, как светильник можно использовать. Ну да, как ночник. И как от комаров. Аккумулятор тут, не помню, на 2000, кажется, часов. Ну, зарядка это стандартная. Type-C. Где в кнопки? Ну вот. Но он не сильно ярко как бы светит. Ну, нормально. А комаров. Но он, главное, мочить главное этих. Главное убить. Да. Будем тестить. Это концерн Xiaomi. Да. На Озоне мы брали, там в районе 1000 рублей он стоит. Отзывы хорошие, и мы тоже решили взять, будем, в общем, тестить. Ну, в палатку навряд ли они не успели налететь, мы ее закрываем. Но в дальнейшем будем убивать комаров. Друзья, смотрите, как работает фумигатор. Что-то это страшно. Их там током фигачит всю мошку. А другая как работает? Ну, там пластина нагревается. Ну, то от комаров, наверное, отпугивает. Ну, это вот, кто на свет залетает, их током сразу в разряд на пластинку. Это очень громко. Ну, он убивает их, и все. Жесть. Ну, работает зато как идеально. Че, в машине так, понятно, мы сейчас в палатке. Поубивало, и все, и тихий час. Не, ну это да, зашел, чтобы их немного убило, а не вот так постоянно убивало. Ну, за пару часов машину так включила, потом спать пошла спокойно. Ну да. Выключай, мне страшно. Прям хорошо заклевало. Ну, не знаю, Витя добежал, может. Прям туда-сюда эта удочка. Да, тянет. Сидит, да? Вроде бы да. А вроде бы нет. Тут, нет, конечно, есть. Потрудиться, да, надо, чтобы поймать. Это, наверное, очередной карасямба. Карась-друг. Карась-друг. Капачок? Да. Капачок. Да. Ну, побольше уже. Капачок. Так, это опять на червя. У меня на опарыша вообще не здесь не клевало. Ну что, хорошенький. Поздравляю. Нормально. Теперь воду надо залазить в садок. Давай, подержи. Да, этот же сейчас будет. Ну, давай я сниму. Сможешь вниз опустить? Тут села вроде. Угу. Ну и чё? Не пойму, у кого-то на меня идёт. Удар прям вообще жесткий, да, был? Ну, давай, прям сиди. Прям гнуло. Во-во-во. О-о, кто там? Не знаю. Бын и карась. А небольшой. А, ну нормальный. Ну такой, да, для этого водоема нормальный. Хорошенький, уже третий. Говорили, тут все не клюют. Опять на червя. Блин, опять в воду залазить. Ну хочет, пусти, завтра еще наловим. Еще сейчас по вечеру ходить. Вот такой у нас теперь штатив с фонарем, вообще шикарно, удобно. Подошел к столику, червей опарыша одел. Полы не холодные? Холодные. Подогрев можно включить. А это, может, она и была? Да, прикинь, лопнула. А дыню будем? Давай попозже. Сидишь. Наконец-таки у Лизы клюнула. Что буйное было? Не, сидит. Давай, верю в тебя. Может, сейчас сниму опять рыбу.
пустим. Не-не, тяну. Наконец-то у меня рыба. Карась? Да. О, так хороший, смотри, да. Какой. О, вообще лопух. Да. О, я таких не ловил. У меня большой зато. Ты сразу, типа, весом берешь? Да. Шикарно. Хороший карась, да. Кстати, друзья, не забываем про скидку 15%. Промокод будет в описании на фирму Армитек. Вот Лиза теперь с этим фонариком тосает. Взялся так еще? Странно. Ой, он два раза взялся. Зацепилась. Ну ты мать даешь. Сом. Вечерний ужин. Да, ты пялишься. Филешечка отварили, уже сюда ели, а на ком? Простите. Я мог бы носить повязку или очки. Вкусно. Если бы захотел. No. У нас ежик, сейчас покажу. В гости пришел. Очень большой еж. Ежик. Ого, здоровый. Он кушать ищет. Сейчас яблочко дадим. Он пыхтит. Покажи, красавчик. Очень большой еж. Смотрите. А, я туда выкидывал базилик. Видите этот? Смотри, какой здоровый. Дай ему яблочко. А он сейчас не будет кушать. Будет. Я видел в интернете. У него вообще там на яблочко. Ну, они кушают. Но они больше падальщики, кстати. О, унюхал. Смотри, нюхает. Я в интернете видел, он прям так лежа ест. Это, кстати, он красивый, тяжелый. Он очень тяжелый. Он крупный. Сейчас он боится, да, он боится. Воняет. Крупный, уже хороший. В Астрахани был маленький ежик, и он такой был еще непугливый. И он у меня прям раскрылся. А этот очень взрослый еж, он крупный. И он, видимо, боится. Он яблочко чует носиком, он шевелит, видно. Но боится. Тебя не обидим, маленький. Он, видишь, высовывает мордочку. Все, приручила. Ну, клюет еще. Угу. Такой интересный он, да? Свои дела какие-то у него. Ежиные. Ежиные дела. Так, Витя пошел доставать раколовки. И все? Да. Рака нет?
Хватит или пусть стоит? Ну, хлеб есть там еще? Да. Ну, пусть стоит. Тарбуш надо тоже проверить. За второй. Рыбка прям такая. Малек. Ну что? Один? Один рачок. Не, два. Два? Надо вторую туда переносить. И это опять сложилось. Селёдка под шубой. Ой! И рыба, блядь. Бля, размер какой. Рачки. Ой. Покося. А, нет, три даже. Три. Ой. Такие маленькие. А где третий? А вот третий. Лови. Братаны. Для рыбы сколько? Да. Завтрак рыбаков. Ты какой будешь йогурт? Любой. Аксик дрожит, но лазит. Вылазь, губы уже синие. У нас дождичек срывается. Да. Зеркаловка сломалась. Смотрите, какой у него класс. А у меня покажи, какой класс. Доставка. Доставку заказывали. Я пошел ложить, господи, класть грузики в раколовки. Оказывается, они у нас всплывают. Поэтому всего лишь 3 очка наползло. Скорее всего, из-за этого. Надо чуть придавить из-за хлеба. Что у нас ЧП, у нас сломался наш фумигатор. Он перестал бить током насекомых. Но я уже написала продавцу на Озон. Уже нам одобрили возврат. Нужно будет отнести пункт выдачи и вернуть. Вот такие дела. Недолго проработал. У нас, кажется, рыба тут сидит. Карась. Горбатенький, да? Дождик пошел. Там тоже рыбочки сидят. Что у нас тут происходит? Сука рыболовная. Происходит. Надо было крышку брать. Кушаем, не дают нам покоя рыбы.
Сейчас Астраханка вытащит кита. Витя говорит, нажму их съела. У него хорошее что-то. Хорошее? Смотри. О! А, нет. Нет, карась. Да, его, он забавился. Боком. А, поэтому он. Дурак. А, нет, не бок. Нормально. Уже два. Нажму их. Клюнул хорошо. Ну да. Че, закинешь двух? Вот Нянька хвостом наярила. Ага. Сильнее пошел, да? Дождь закончился, стало резко холодно. Собак спать уложили. Наблюдаем за удочками. Ты что нажуила? Да ее надо прогладить. Мне тоже тут закусывает. Надо разгладить. У меня еще и кепка зеленая. Пиццу? 3 пиццы, 4 сыра. 3 пиццы, 4 сыра. Господи, боссов. Фоточку на память. Рыбу клюнула. На опарыше трава поймалась. Ну что-то ж есть. Ну да. Ну все. Рыбка не клюет, зато ути. Туда, сюда. Плавают. Летят утки, летят к югу. 30 секунд спустя. У нас пошел дождь, мы решили готовить кушать. Сегодня у нас будет кальмар с огурцом, Витенька уже нарезает все. И будет анчоза с овощами и с курицей. Вот такой китайский день. Нет, рано пока. Пусть пропитывается. А кальмар-то чем будешь поливать? Все нормально. Вот такой вот у нас ужин получился. Китайский. Скажи, что он по-китайски. Такимаса. Приятного аппетита. Сегодня рыбка слабо клюет. Покажи, как я посуду мою. Снимать.
Пучок деликатесов, улиточек. Чуть раньше надо было фунчозу добавили. Всем доброе утро. Начали мы потихоньку собираться. Достали наши раколовки. За сутки один рачок. И тот маленький. Все. И рыбы, блядь. И рыбки. И вот малейшечка. Сейчас почистим наших карасей, еще Витя достанет. Глянь, рыба. Он вообще маленький. Я рыбу поймал. Совсем масик. Отдай рыбу. Дай бусу рыбки. Хватит, дорогу не будет. Я думаю, что это наша уже крайняя, да, рыбалка будет? Да. Как думаешь? Что-то мы уже нарыбачились. С операцией еще неохота. Ну да. Малютка. Рачок, покажись. Ой, какой грозный. Покажись. Такой красавчик. Рыбы, вообще сколько. Так что сейчас будем сматывать нашу палаточку и уезжать. Потому что погода опять портится. Ветер поднимается. Ой, а тут даже маленькие окушки есть, смотри. Тоже. А, да, вообще окушатки. Хорошенькие. Вот наша добыча. Такой получился улов, и два уже почистила я. Итого? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И одного отпускали, кажется. Да, из карасей, то самый большой вот. Все, палатку убрали. Занимаемся рыбой и домой. Всем до новых встреч. Не очень хороший кадр в конце.